کوهی چیل دختران اکثریت خوشندی ها به اینجا به آب دیخمی بیرم 30 کیلومتر از خوشان دوری ما همراه همه آپل به کوه آمده ایستادیم سلام علیکم دوستان. گرد نخواهیست 20 کیلومتر از گرد خوجان در تاجیکستان. سکر یه من پکجو دروگی میستا میشو یهیدیم یهیدیم ولی کمتر با وقت هست ما باشم نام میدارم کوهی چیل دختران هم چون میتیم که به پمیسیسی نزویتی گره سارک دیوشک نیو استاجه سوی لیگنده باطن نوشه بلیسکه ایشو Здесь тюльпаны растут, горные, очень красивые. Здесь в городе не встретишь такого. Посмотрите видео до конца и узнаете. Кухой Таджикистан. Гора Таджикистана. Никто стоит. 3,7% земли Таджикистана состоит из горы. Добираемся до горы 40 девушек. Спасибо, доктор. Дороги у нас, друзья. Чтобы отдыхать, мы должны приехать 5 километров вот такого дороги. Дороги из камней. 100%. Здесь чудесно. Смотрите, какой красивый дизайн. Это Таджик. Там поле Сердалька. А здесь мои друзья. Thank you.
Устанавливаем палатку для ночлега. Это ночевка. Установили нашу палатку на ночлег на пятерых. Смотрите, какая красавица. Ставится наша палатка. Только у нас есть здесь палатка. Да, продолжение видео. Как вы знаете, я сейчас нахожусь в горах Таджикистана, Сагдийской области, недалеко от Худжанда, 20 км от Худжанда. Заметьте, сейчас 40 девочек. Так,
гласит легенда, когда в деревне, я тоже так слышал, когда за какого-то пастуха, наверное, гонялись, кто-то, я точно не помню, у него, я так знаю, когда за ним гонялись, у этого пастуха, наверное, было 40 девушек. И они спрячились возле этого горы. Вот. И они все превратились в камни. После этого в Таджикистане, в Сагдисуке области, в Ходжанде, кого бы вы ни спросили, все говорят, что гора 40 девушек, Чилдухтарон. Вот мы здесь находимся. Каждый год весной, с начала апреля до конца апреля, здесь из города, из района, из всех городов ближайшего, это все приходят здесь, чтобы отдыхать на природу. Здесь кругом гора. 93% Таджикистана состоит из горы. Вот мы из них. Вот смотрите, вокруг меня только горы. Вот эта гора, которую я вам скажу. Кататься здесь на лошадях, на ослах, состоит всего 50 рублей в час. Или лошадь тоже 70 рублей на час. Все дешевое. Я сейчас вам покажу. Мы находимся в Таджикистане, но в горах в основном живут киргизы. В некоторых местах узбеки. Таджики здесь не живут. Только узбеки или киргизы. Вот и все. Если не по... Сейчас с ними поговори, узнаете, на каком языке будут говорить. Это таджикский точно. Потому что таджики здесь не живут. Да. Поехали, я сейчас вам покажу. Ай, чампул, не шпул. А? А что бывает? Да? Там пикник. Погуляем. Люди разные, везде отдыхают, где им нравится. Гора 40 девушек. Там людей полно. С утра начинает бить. В основном молодежь.
рассматривайте, как люди, с чем приезжают. На газелях, на спритерах, на иномарках. Вот, смотрите, палатки здесь. Полно народа. Где-то минимум 500 человек отдыхают в воскресенье. Лошади на прокат. Вот, смотри. А слышь, отдых заканчивается, друзья. Приезжайте летом в Таджикистан. Всем до свидания.